Доброе утро, дорогие друзья! В этом месяце мы говорим о важности изучения Торы и Брихаташа. В прошлые разы мы говорили с вами о том, что Тора является нашим насущным хлебом, хлебом повседневным. Сегодня я бы я хотел поговорить о том, что Тора может также быть их водой, не только хлебом, но и живой водой. Тегелим 105 говорит, 40, -й, просил народ, и привел он перепилов и хлеб, хлебом небесный, насытил их. Мы видим, что народ просил, и Бог дал хлеба и физические обеспечения. И это не только физический хлеб, он также является духовным, утверждая в том, что Израиль нуждался в хлебе, который назывался Словом от Бога. Вы знаете, дальше следующий стих говорит: «Разверз скалу, полились воды, потекли» пустыни, как река. Хотя это как бы символически говорится о хлебе, и хотя физический хлеб был нужен и перепелах, говорит о воде физической. Но я скажу вам только одно. Это не только был физический насыщением Израиля, это также был и вода, была вода, которая физически вытекала из скалы. Но могу сказать также и одну версию, что это Вода могла быть еще духовным прообразом. В посла... послании, в первом послании к Коринфянам есть такое место, где говорит о том, что является духовным посланием воды. 4 э, стих 10 главы: Все пили одно и ту же духовное питье. Все они пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, камень же был. Мессия. Вода – это Его Слово, а Он есть скала. Бог моего спасения, Бог моя скала. Вы знаете, насколько важно иметь эту воду. Важно настолько, что мы должны питаться от этой воды. И в это утро я бы хотел, чтобы мы задумались над, том, над тем, что Слово Его необходимое для каждого дня. Тигелим – это песни, Давида, пишет он 1 глава 2 стих, «Только к Торе Господне влечение его?» Человека, который жаждет Бога, вначале оно влечет его к Торе. К его Торе изучает, он день и ночь, Тору Божью он изучает, Слово его изучает он днем и ночью. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, Челист не вянет, и во всем, что он не делает, он преуспеет. Все, что он не будет делать, он преуспеет. Мы часто хотим преуспевания, мы хотим обогащения, либо обеспечения его, хотя бы, чтобы был насущный хлеб. Но знаете, Библия говорит, есть некое условие. Быть посаженным возле этой реки, возле этого слова – и этим словом, Торой, человек питается, и тогда он будет успешный. Понятно, что дерево, каждое из нас это дерево, но Слово Божье является тем питательным ресурсом для нашей жизни. Вы знаете, вода, которую мы имеем от Слова Божьего, она приносит плод. И этот плод, он записан в Брихаташа. Плод же Духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плоды. Рассуждая над этим, я могу сказать, что если человек, он будет посажен возле этой реки, он тогда принесет плод. Этот плод будет плодом преуспевания. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно». Слово «будешь успевать благоразумно» означает, что ты будешь преуспевать в свое в здоровье, в супружеских отношениях, в отношениях с детьми. И веря в то, что первый псалом говорит – с 1 по 3 стих, что ты должен быть посажен у реки, у реки Торы, и ты принесешь плод. И если ты сам не захочешь быть у этой реки, если ты не заставишь себя питаться от этой реки, то вам скажу, вы засохнете, вы не сможете принести плод, тогда ты не сможешь быть успешным. Основываясь на этом слове, мы говорим о том, что Слово Божье, она это слово, оно изменяет человека и приносит изменения и благословения. Может, нам необходимо будет изменить какие-то привычки, которые мы привыкли э, в своей жизни, для того, чтобы тора стала частью нашей жизни. Может, нам придется вставать за 30 минут до того времени, когда, когда мы всегда вставали. Может быть, меньше уделять время у телевизора. Что бы это ни было. Каким жертвам вы не пожертвовали для того, чтобы изучать Слово Божье, Хочу сказать, оно это достойно. Достойно того, чтобы урезать -то, эм, какое-то время в своем графике и это время употребить для изучения Слова, потому что это Слово сделает тебя успешным. Пускай Бог благословит вас. Хочу за вас помолиться в это утро. Авина Шамаем, Отец Небесный. Во имя Ишуа. Мы приходим к тебе, к этому источнику живой воды. Ты являешься скалой, и от тебя приходят живые источники. И пускай этот источник живого слова будет для нас ободрением каждое утро, чтобы мы были научены и мы стали успешными в нашей жизни. Потому что Твое слово произведет плод в нашей жизни. И пускай Бог благословит всех вас в этот день. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.